Когда на улицах мелькают белые рубашки, бантики, рюкзаки и цветы, это может означать только одно – настало 1 сентября. Сегодня тысячи школьников города Ставрополя встретили новый учебный год. Опустевшие на лето учебные заведения вновь заполняются веселыми, отдохнувшими и готовыми учиться детьми. Особенно волнуются сегодня первоклассники. Так, в 3-й городской гимназии более 100 детей впервые вошли в стены учебного заведения. Не менее важным день был и для 11-х классов. Для них это последнее 1 сентября в стенах родной школы. В этом учебном году большую часть времени ребятам предстоит посвятить подготовке к экзаменам, поэтому планы у них серьезные. Много обучения, биология, химия. Надо сдавать экзамен, единый государственный экзамен, это будет тяжело. Поэтому нужно полностью собраться и подготовиться к этому важному событию в моей жизни. Хорошо проучиться весь этот учебный год, сдать успешные экзамены и поступить в вуз. Сегодня ребята празднуют начало очередного учебного года, а уже завтра сядут за парты и приступят грызть гранит науки. Сабина Гурбанова и Максим Квитковский, АТВ Ставрополь.